Доброго дня моим подписчикам и зрителям моего канала. Вот, друзья, были сегодня в грибах и встретил одновязковца. Тоже, Иваныч, я тебя, ну, где-то года два не видел уже, да? И мы вот приехали в лес, и он выезжает. Во сколько, Иваныч, приехал в грибы? У полдесятого. Полдесятого. Видите, а сейчас у нас... Да, 2 часа, начало 3. Вот видите, друзья, сколько он набрал красноголовиков. Зная места с детства, видите, красотуля какая. Ну вот, видите, какие красивые. Так что сыночку грибы будет есть. И дочке сушить. Грибы есть, да. Но надо знать места, да. Ну, надо ходить, да. А он... Уже зная места. Ну сколько, Иванович, от дома километров это тебе за такими местами ты ездишь? 35 в одну сторону. 35 в одну сторону. Ну все уже. Родине и он свой стаж работы отдал, сейчас на пенсии. 70 годов отмечен. Да, 70 годов уже. Да. Отец его бригадиром раньше был. Такая конюшня у нас была. 14 или 16 пар лошадей уходило по хате огороды. А на сегодняшний день ни одной пары нет лошадей. Вот такие, друзья. Видите, какая красота. Так. Сынок, приезжаю в грибы. Грибов очень много. На наших местах. Да. Сын живет в городе Солигорске, в городе Шахтеров. Вот видите, один, никто больше ему не надо. Еще раз его покажем, какая красота. Ну, Иванович, удачи тебе, здоровья. Давай, спасибо. В лесе встретимся.